Всем привет! Сегодня мы поднимем тему именно сахарного диабета. Мы будем рассказывать в нашем влоге наши ситуации, наш опыт, показывать, что у нас есть, что у нас лежит с самых там начальных времен. И самое важное, конечно, может быть, это видео будет кому-то очень полезно, кто только столкнулся с сахарным диабетом, потому что здесь будут важные нюансы и очень-очень важные моменты, которые коснулись нашего опыта. Вот, в общем-то, наш виновник, блогер, виновник нашего сегодняшнего влога, как и других. Сейчас я вам хочу показать то, что у нас было. Ну, хочешь пока поесть? Сыр съем. Пока Мэтью будет есть сыр. Это, ладно, мне кажется, есть в каждой семье, но показать я вам хотела не это. Смотрите, есть такой мониторинг, многие знают, Libra. Сейчас у Мэтью стоит Dexcom. Он имеет удаленный мониторинг. Сейчас я вам покажу количество. Алекс проснулся. 5 секунд. Всем надо подписаться и поставить лайк. Маша и Медведь сделали свое дело. Я вам хочу показать количество наших... Мой любимый. Либр. То есть вот. У нас их было 3. Не 3. 3. 4. 4. Вот эти 2 у меня мои любимые с чехолами. Сейчас я вспомню. Это у нас китайская Либра. Ее мы купили тогда, когда Мэтью заболел сахарным диабетом. Только. Мы лежали в больнице, ему было 4,5 года. И врач, который нас лечила, я ее спросила. Я увидела у девочки вот такую пуговку на ноге. Я ее спросила, нам нужно такое? На что она сказала, нет, не нужно, вы будете постоянно смотреть свои сахара. Это была моя самая большая ошибка. Когда мы выписались из больницы, через несколько дней я посмотрела на все исколотые пальцы Мэтью и поняла, что так не может больше продолжаться, нам срочно нужна эта Либра. Я позвонила одной девочке, которая продавала эти Либры, и она сказала, что в наличии у нее есть только китайская, но скоро придет российская. Потом мы заказали российскую Либру. Потом у нас была Libra 2, то есть это та Libra, которая уже сама была с оповещением. У этих оповещения не было. Libra 2. Мы пользовались Libra 2 очень долгое время, приехали сюда, заказали американские сенсоры для второй Libra, и европейская Libra их не считывала. Мой муж позвонил в компанию Libra вообще узнать, что происходит. Они сказали, что да, американские сенсоры считывает только американский ридер. И эта компания Abbott, вроде бы, да, она просто бесплатно прислала нам вот этот ридер. Хотя его можно купить только по рецепту, но мой муж как-то с ними списался, что-то там рассказал нашу историю, и они нам прислали. Кто? Принеси шприцы, пожалуйста. Конечно же, первое время пользовались исключительно инсулиновыми шприцами. Помпы у нас не было. И, Мэтью, извини, я нашла. Пользовались мы вот такими шприцами. Вот такая вот иголочка. О, дай на твоей футболке покажу. Покажу на твоей футболке. Она черная. Вот, видно, вот такая вот маленькая иголочка. Мэтью сам ставил себе уколы в живот. 5 лет. 5 лет мы учили свекровь, и в итоге научился Мэтью, потому что он у нас парень сообразительный, и он ходил в садик, я ему набирала шприцы на обед и шприцы на скалывание. Если вдруг у него высокий сахар, он всегда знал, что у него в сумочке все есть, и он может сам себе все сколоть. Но, в принципе, я была рядом, никогда далеко не отъезжала. Моя работа находилась прямо в соседнем доме. Еще у нас есть вот такие вот Medtronic iPort. Кому-то эта штука очень подходит. Я скажу честно, нам она не подошла, потому что у Мэтью... Зайчик, не герми, пожалуйста. Потому что у Мэтью после этих iPort'ов образовывалась очень большая шишка. Канюля не из лучших, и поэтому мы как бы попользовались какое-то время,
И потом перестали пользоваться. Мэти сказал, что мне удобнее пользоваться шприцами. Вот такой сундучок мне мама давала в осадке. Да, у Мэти в этом сундучке, это маленький, я покупала в Китае, маленький типа чемоданчик, и сюда Мэти складывал. Глюкометры, три полоски, да, инсулин. Штучки это... Менять. Это менять, прокалыватели у нас их очень много. У нас на самом деле... Целая банка. Вот эти вот бинты, зачем они нам нужны? Когда... Мы используем эти больше всего. Скажу больше. Честно, что Dexcom в плане пластыря, он держится гораздо лучше, чем Libre. Libre у нас очень часто слетала, и если мы ехали куда-то на отдых, мы всегда перематывали Libre этим пластырем. Сейчас я фиксирую только, в принципе, если мы там осталось 2-3 дня носить Dexcom, он уже такой, и мы едем куда-то купаться, я заматываю. Таких у нас было очень много, помпу тоже фиксировать очень удобно вот этими вот именно пластырями AliExpress вам в помощь. А если мы делали на ноге, мы просто брали пластырь и приклеивали. Да, если на ноге, то пластырями. Вот. У нас тоже еще Олег сейчас пришел. Да вот, вот такими пластырями мы еще пользовались. Это пластырь. Вот, вот этими для Libre. Это Dexcom, а вот для Libre. А вот для Libre прям вот такой он кругленький, тоже у нас там откуда-то... Там посередине нет. Точку надо делать, это для... Этими вот тоже можно пользоваться. Такое. Это у нас еще всякие наклеечки от Libre остались. Что мы используем сейчас? Я думаю, что большинство наших зрителей уже знают, что мы на помпе Omnipod 5. Где она у тебя? Где? Потом покажет. Потом мы сейчас будем менять. Сейчас мы как раз будем менять. Эта помпа, вот такая вот, она непосредственно работает с Dexcom. Это называется как раз замкнутая петля. Я раньше очень много про это слышала. Знаю, что на обычном Omnipod тоже ставят замкнутую петлю. Но так как я в этом плане вообще профан. Профан. Да. Я ждала, когда выйдет Omnipod 5. Мы ее дождались. И я безумно счастлива, что мы на ней. Это супер помпа, которая может скомпенсировать ваши погрешности, но небольшие. То есть, например, если вы неправильно посчитали, ввели меньшее количество углеводов, сахар начинает расти и... Он подкаливает. Он сам по чуть-чуть, по 0.05, по 0.10 максимум, он начинает подкалывать, выравнивая ваш сахар. У нас максимум 2 единицы. Но это ты уже вручную 2 единицы, сам он не введет, нет. Еще такой момент, что эта помпа, она, например, когда низкий сахар, она отключает свою базу. То есть мы не колем мы не колем длинный инсулин. То есть лантус, все, мы лантусом не пользуемся. У нас его много в запасе. Если, кстати, кому надо, пишите. И еще такой момент, что мы как раз были у врача, и врач нам сказал, что если бы у Мэтью не было помпы, то сейчас у него норма базового инсулина 5 единиц. Примерно, она сказала, 4,5-5 единиц. Причем, когда мы еще ничего не используем, помнишь, нам это как серенькое, надо вечером каждый день. Это лантус, да. Лантус. Это длинный инсулин, мы очень боялись его забыть, у нас стоял все время на телефоне будильник, и мы ставили. Иногда я просыпалась ночью с такими глазами и думала, а подколола ли я ему длинный инсулин. И еще с этой помпой, вот с помпой Omnipod 5, мы начали спать более-менее. Очень редко я просыпаюсь, если мыть высокий сахар. А высокий сахар, если он наелся какого-то жирного мяса, тогда у нас может быть такое. Мясо или... Ну, жирное мясо. Вот мы тут были на барбекю, он ел говядину, и в итоге был сахар. Сейчас будем менять помпу. Давай, иди сюда. Мы уже... Посмотри, запись идет. Да, идет. Мы уже... Да. Нас... Будет радуга! Тихо. У нас уже идет дождь стеной. Мы съездили к репетитору, отзанимались, записали один кастинг, помыли голову. И сейчас будем менять помпу. Давай, Мэти, менять помпу. Окей, давай. Я покупаю ему на Амазоне вот такие вот масляные салфеточки.
очень удобно ими снимать помпы. Сейчас у нас помпа стоит на ноге. Нельзя сразу же нанести и снимать. То есть нужно, чтобы... Нужно, чтобы гроза! Нужно, чтобы этот, это масло, оно впиталось в помпу, и тогда она снимается легче. Сдирать не нужно ни в коем случае, потому что кожа, она очень травмируется. Сейчас мы снимем и покажем. Просто надо масло, можете взять салфетку и масло сливочное. Сливочное. Сливочное масло. Подсолнечное. Подсолнечное. Сейчас я вам покажу, как выглядит конюля. То есть, смотрите, вот я сняла помпу. И вот этот вот маленький усик, вот этот вот маленький усик, он находится у Мэтью в ноге, и за счет и через него попадает инсулин. Нам нужно его, такое липкое все, деактивировать. Сейчас мы деактивируем быстренько. Change port, deactivate port. И будем ставить новый помп. Это лучше убрать далеко, потому что... Они, может, коннектятся, и тут будет работать. В общем, Мэтью это делает все сам, но я сейчас все быстренько сделаю сама. До звукового сигнала. У меня уши чуть не поломались. Краба. Можно пойду покупаюсь? Нет. Как раз я бы нашел. Нам эндокринолог говорит зачем-то, что нужно вот куда мы ставим, там, например, если у нас... мы ставим на левую, должна быть... Если с правой стороны стоит Dexcom, значит, и с правой стороны должна стоять помпа. Потому я что... считаю, что это полный бред. Нет, это не бред. Это бред. Потому что я же пополам. Половинка ты моя. Причем первый раз, если вы привыкли, типа... Ну или не привыкли, если вы поставили на новое место, не будет так много болеть, потому что... Помпу нужно всегда чуть-чуть двигать в разные места. Мы вообще чередуем рука, рука, нога, нога. Стоп, стоп, стоп! Давай. И сейчас будет щелчок. На помпу поставь.